Всем привет, дорогие друзья, с вами на связи Одер, и это игра Last Day on Earth. У нас идет атака зомби. Сегодня добавили обновление 1.7.0, в котором убрали старого Ника, оставили ракетницы, индюшек и покраску для чоппера новогоднюю. Добавили задания у рейдеров. Теперь, чтобы рейдить, надо выполнить все задания. Сейчас я вот покажу. Вот подошли к рейдерам. Они вам предлагают задания, которые надо выполнить. Вот, обратите внимание, у меня репутация 11 из 200. Тут 5 заданий. Первое задание — это зачистить бункер Альфа. Следующее задание — сделать 3 сделки с торговцем. 25 сундуков на опасных локациях открыть. И вот следующее задание, которое я выполнил, это сделать 5 топоров. Это самое легкое задание, которое сможет выполнить большинство людей, то есть игроков. И добыть одну хотя бы C4. Но если сходить в бункер, в принципе, можно сразу 2 зайцев убить одним ударом. Добыть там C4 и зачистить бункер. В принципе, на этом и все. Так что сейчас мы отправимся зачищать бункер. Я взял вот эти вот мачете, которые я не смог добить. Взял разрушитель, одну кувалду, еще запасной сет брони, М16. И на всякий случай, наверное, еще глок возьмем, наверное, который с удлиненным магазином. Вот этот глок. Также изменили радио. Теперь там надо специально ловить частоты, например, вот так крутишь, вот приблизительно на этой частоте мы словили как раз рейдеров, они вышли на связь, мы согласились, они сказали нам, что они выехали, мы их потом ждали. Если дальше крутить, то можно споймать пароль от бункера, вот. Получен радиосигнал. Сквозь помехи слышен код от бункера. 82683. Не забывайте, что актуальный код можно найти у меня под видео. Ну что, мы отправляемся в бункер. Надеюсь, этого нам хватит ехать. Я хочу на скорости, в принципе, быстренько пройти бункер. Его полностью зачистить. Открыть красный ящик в надежде, то, что там мы выбьем C4. Нажимаем бежать. Заодно хочу посчитать, сколько зомби во всем бункере. Я даже, наверное, их выпишу отдельно. И разделю там. Первый этаж, второй, третий. Первый, второй, третий этаж. Зомби. Бегун. Токсичный зомби. Токсичный. Толстяк. Так, толстяк. Давайте токсичный толстяк будет ТТ. Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате. Ну ладно. Так, ТТ, токсичный толстяк, яростный гигант. Гигант, так. Ну и, наверное, давайте турели тоже будут. Турели. Все. Так, разделяем на 3 этажа. Все, разделил. Нажимаем войти. Теперь, конечно, извините за то, что я на это время трачу, но... Мне так надо. Такс. Вроде бы код 82683. Видели, как он сам себя же пнул? Подтолкнул, так скажем. Такс. Не хватит оружки и возьмем из ящиков. 82683. Принять. Отправляемся. Так. Первым делом, наверное, возьмем мачете и будем мочить зомби, который нас ожидает. Это... Раз бегун, 2, 3, 4, 5. 5 бегунов и 1 толстяк на первом этаже. То есть в лобби бункера.
Так, берем мачете. Идем на атаку. Хоп, хей, ла-ла-лей. Так. Один красный тулон нам падает. Второй зеленый талон. Я что, в первый раз сказал красный? Блин. Ну ладно. Так. Это уже, получается, четвертый был. Сейчас пятый. Пятый. Сейчас идем убьем толстяка. Там вроде как полностью говорили зачистить от этих тварей. Так что я буду стараться всех убить. Ну, чтоб наверняка. Нифига себе, ему ноги отрубил. Такс. Наверное, бинты возьмем в карман. Мы кушать захотели. Такс, значит, залутаем вот эту полочку. Освободим место талонов. И возьмем себе покушать. Пока мисси, давайте отсюда лишнее уберем. Что для нас будет лишнее? Это глок. М-ка это... Так. Уберем одну ракетницу и сет брони. Аптечку тоже уберем. Нет, не стоило. Значит, возьмем. Забрать. Кстати, чтобы пропустить задание, стоит 250 монет. 250 монет можно, в принципе, получить из этой неизвестной коробки, которая открывает каждый час. Так. Покушать? Попить. Все хорошо. Так. Давайте аптечку все-таки с собой возьмем. Ну что, пошлите зачищать. Для этого возьмем для начала кувалду. Потому что в коридоре нас будут встречать зомбари. Простые зомби. Их, наверное, штук 8 будет. Я точно не помню. Ну, не больше 10, это точно. Такс. Мы загрузились. Коридорчик. Блин, он все равно быстро бегает, несмотря на то, что обновление прошло. Ладно, так, зомби. Привет, зомби, дайте я вас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь зомби. Так, на первом этаже было пять бегунов и один толстяк. Так, тут-то у нас идет толстячок. Мы его убиваем. Хоп. 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 Вроде на этом этаже больше не будут зомби, так что напишем сразу, что их было 8. К толстяку мы напишем 1. Теперь. Это у нас токсичный зомби, значит возьмем мачете. Два бегуна. Такс. Собираем талоны. Талоны я вот так вот сделаю. Проходим. Тут еще два бегуна. Такс. Аптечка. То есть бинт используем. Подкрадываемся. Наносим 90 урона. Вот с посохом было бы гораздо быстрее, я думаю. Ящики я открывать не буду, это как-нибудь за кадром все сделаю. Мне сейчас главное зачистить полностью бункер. Идем, подкрадываемся. Нет, нам помешали. Не получается их почему-то. У нас сейчас мачете сломается. Да, мачете сломалась. Берем следующее. Вот хорошо, что они не прыгают в бункере и токсичные зомби не плюются. Мы забыли залутать одну комнату, то есть забить.
Две комнаты. Да уж, у нас уже кончилось. Так. Не то. Такс. Мачете есть. Сейчас возьмем ракетницу в дополнительный слот. И будем убивать двух бегунов. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот ракетница хорошая вещь. Она за один выстрел наносит 100 урона. 5 выстрелов на одного яростного гиганта. Так, тут пусто. ТТ-1. Пластяк. 3. Давайте. Блин, я его сагрил. Ладно. С него красный? Нет, почему желтый? Сейчас расстановочка. Так, нам понадобится сейчас эмочка. Аптечку в карман. Убиваем сейчас турель. Я слишком быстро близко подошел. Так, сберем теперь мачете. Подкрадываемся к токсичному зомби и убиваем его сначала, а потом из всех остальных. Сверху нас поджидают еще два токсичных зомби. Сверху также есть комната, там два простых толстяка. Заодно посмотрим, сколько талонов падает за одно прохождение. Без лутания ящиков. Потому что в ящиках также еще могут быть талоны. Про это надо не забывать. Как я и говорил, тут нас поджидает... Упс, мачете сломалась. Тут нас поджидали два простых. У нас почти броня сломалась. Но это не страшно. Потому что у нас броня есть на готове. И, в принципе, пожалуй, за ней сейчас... Мы исходим. Тут два бегуна. Осталось сходить, активировать терминал и забрать броню. Можно взять. Так. Можно взять ракетницу и замочить яростного гиганта. Он дойдет до нас. Мы у него талон заберем красный. И пойдем за новой броней. Надеюсь, я быстро пройду бункер, и у вас слишком много времени не отниму. И надеюсь еще, что мне в ящике за талоны красные выпадет C4. Просто не всегда вообще падает, это я точно знаю. Так, в принципе, всего должно хватить. Так, второй этаж. Если закончится аптечка, то возьмем там что-нибудь, сходим. Найдем для себя. Восстанавливать жизнь. Хилпоинты. Так, с чем тут поиграться-то? Наверное, давайте кувалду ломать будем. Ну, блин, ручка длинненькая, в принципе, у кувалды этой. Надо будет еще пробежаться по трупам, посмотреть, кого записал, кого нет. Просто я не отмечал, кого посчитал.
Так, мы проголодались. Тут еда может быть? Нет. Я знаю, где может быть. Находится еда, в основном бобы, пиво, вода. Находится вот тут, за стенкой, где яростный гигант стоит. Лутаем. Нам нужна еда. Пока мы надыбали 5 зеленых, 7, уже 8. Так, поели, заодно давайте с собой на всякий случай возьмем. Так, 8 желтых и 3 красных, да? Да. Можно сразу взять ракетницу и замочить того яростного гиганта, который находится в этом коридоре. А, 3, 4, 5. На один выстрел нам еще остается. Так, тут лазить не буду. На меня сразу толпа сагрится. Так что пойдем, как обычно, этим проходом. Так. Наверное, давайте возьмем снова кувалду. Добить ее надо по-любому. Я думаю, даже зря взял с собой разрушителя. Берем мачете, вот это самое неполноценное. Упс, опасно было. Я успел. Так, берем, стреляем на один выстрел. Как я себя спас, ё-моё. Даже мы без смерти пройдем этот бункер. Жестко было бы, если бы я сейчас слился. Так, там два яростных гиганта остается. Давайте кувалду на яростного потратим. Так. Вот надо было вместо разрушителя еще кувалду взять. Гадина. Все-таки разрушитель нужен, да? Кувалда короткая. 2, 3, 4. Этого достаточно. Этого, наверное, убьем просто так, вот так. 3, 4, 5. Откроем. Заберем тулон. Так, раз яростный, два яростный, там третий. Ну ладно, считать потом. Или давайте сразу сейчас. Получается, тут 8 простых зомби. Так, да, 8 простых зомби. Один яростный есть, два бегуна есть. Потом толстяк один есть, ТТ один есть, еще один толстяк есть, два толстяка, токсичные зомби. Ладно, у меня что-то тут со светом, лампочка, такое ощущение, хочет перегореть, так что подсчетом заниматься пока не буду, не в этот раз. Третий этаж. Хотя надо было тогда взять дополнительное оружие, которое я там оставил. Ну, все к лучшему. Эх. Берем мачете. Два бегуна, один толстяк. Толстяк 240. 8 ударов, да? Тут у нас ТТ и токсичный зомби.
Может, их просто реально аббревиатуры? Токсичный зомби ТЗ. ТТ, токсичный толстяк. Яг. Яростный гигант. Прикольно было бы. Так, ну пока мне ТТ нравится, а вот насчет остальных надо что-нибудь другое придумать. Так, берем мачете. Так, надо будет сейчас убить двух бегунов. Сагрили. Отбегаем, два удара делаем, убегаем. Берем сразу аптечку. Контролируем киллпоинты. Раз, два, три, четыре. Забираем лут. Выпало два талона, один зеленый, другой желтый. Давайте яростного гиганта с ракетницей. Вот ракетницу надо еще будет взять. Так, один красный талон. Теперь берем мачете. Два токсичных зомби. Сверху по мостику нас встречать будут еще три зомби. И в углу там яростный гигант. Вот тут. Берем. Давайте попробуем кувалду. Там уж придется аптечку тратить. Просто я сомневаюсь в том, что он должен был тогда достать. Ну, почему в тот раз тогда достал? Так. Раз, два, три, четыре. Ждем. Забираем. Желтый. Блин, обидно. Так. Мачете. Позвали. Рубим. То есть режем. Достал нож. Режь. Хотя это мачете. Но холодное оружие. Теперь проходим. Там у нас токсичные зомби, потом ТТ. Эту комнату можно защищать в режиме хардкор. Там находится слепой зомби. 1000 жизней. У него может восстанавливаться, но во время восстановления можно его отвлекать. Монтировку мы не убирали. Хотя давайте. Нет, все нормально. Так, теперь. Подкрадываться смысла нету. Главное было сагрить. Теперь мы кушать хотим. Сейчас яростного гиганта попробуем атаковать. Эх. Сейчас надо будет еще мачете взять. Все. Так, покушать надо. Удалим. Так, пить пока мы сильно не хотим. Но аптечка закончилась, значит, надо что-нибудь придумать. Так, возьмем кувалду и попробуем подкрасться так, чтобы он нас не ударил. Опа. Берем ракетницу и добиваем. Раз, два, три, четыре. Так. Я до этого подсчет зомби, то есть не зомби, а этих мобов, не знаю, ввел, и у меня там получились приблизительно такие цифры, то что зомби за весь этаж, за весь бункер 8 штук, бегунов 21, токсичных зомби 30, толстяков 11, тут ТТ у нас 18, яростных 13 и турели 2.
Такс. Переходим в лобби бункера. Наверное, даже выйдем к выходу, то есть ко входу. Потому что у нас еда закончилась. Лечиться нечем. Смотрите, 7 зеленых, 15 желтых, 8 красных. Вообще. Желтых больше, чем зеленых. Хотя мы уже зачистили там, не знаю. 1,25 от бункера. Этажа, то есть. Один целый этаж и где-то четверть. Такс. У нас из еды тут ничего. А, нет, есть. Хоть что-то. Такс. Отправляемся теперь. Блин, брони может не хватить. Но к тому времени мы уже, надеюсь, накопим себе талоны. Так, 32 голода, 47 жажды. Бутылку удалить. Так, скоро голодать не будем. Так, возьмем эти бобы и эту водичку. Это и это. Так, третий этаж. Третий этаж, там... Два яростных гиганта будут. После той комнаты, где мы ломали монтировкой, есть яростный гигант. И с другого прохода там яростный гигант. Такс. Вот он, яростный гигант был. Напишите в комментариях, мне поставит видимый курсор или пускай также остается невидимым. Такс. Яростный гигант. Если вы так близко подходите и стоите все время у стенки, то яростный гигант просто подойдет к стенке и будет пытаться вас дамажить. И получается, когда вы будете открывать, он успеет вас ударить. Такс, берем мачете. Вот мачете у нас не хватило, да? Ладно, придется разрушителем гонять. Да если что, домой смотаемся. Вот на прохождение мне раньше хватало, вот когда новогодний ивент был, два посоха. Давай еще один удар. А, у меня же не аптечка же стоит. Так, собираем талончики. Берем ракетницу, вторую ракетницу. Два, три, четыре, пять. Сейчас мы что-то доломаем. Будем тогда уже ракетницу фигарить. М-ку и Глок уже на яростных. Такс. К ним не подкрадешься, значит, одного с... Одного не получается агрить, окей. Он там терминал активирует, там потом будут с едой встречать нас два токсичных зомби. Теперь у нас это будет. Сейчас доломаем мачете. Это, в принципе, должно хватить на двух токсичных зомби. И одного ТТ в комнате. Как думаете, пройду ли я сейчас без смертей в бункер? Такс. Надо посмотреть еду в автомате. Кстати, обращение тем, кто просит страницу ВКонтакте. Я думаю, страницу ВКонтакте я добавлю, когда 1000 подписчиков будет. Только тогда. Да, тем более, мне кажется, и вам страница моя не понравится. Ладно. Будем экономить тогда
Блин, портить, разрушить или не портить? Что у меня тут есть? Лопата, разрушить. Разрушитель мне, кстати, вроде бы выпал в это, в неизвестной коробке. Такс. Давайте разрушитель тогда возьмем. Твою Машу, ё-моё. Испугался немного. Какой он внимательный стал-то. Очки ему разработчики добавили, походу. Ладно. Хотя бы этого попробуем. Надеюсь, он хоть не сагрится, надеюсь. Опа. 4 выстрела, да? Хотя, в принципе, можно... Давайте, наверное, уже глок в дело пустим. А этот... Ракетницу мы будем тратить на... токсичных зомби, чтобы их с одного выстрела валить. И на ТТ. Блин, я не то лутаю. Надо терминал активировать. Такс. Теперь что? Да. Надо будет доломать М-ку чуть-чуть, чтобы там буквально один выстрел оставался. Чтобы переработать на детали. Чтобы от нее максимальная эффективность была. Такс. Тут что? Тут что? Вот посмотрим. Раз. О, токсичный зомби. Ой. Он текает, текает и погибает. Этот текает, текает и погибает. Так. Давай. Ладно. Прощай, один удар тебе. Талоны с них вообще не выпали. Они случайно не сгорают? Шучу. Такс. Давайте сагрим. Не туда, не того. Не туда. Блин, жалко, еще управлять нельзя. Так. Один должен сдохнуть. Сейчас второй. Так, раз, два. Да уж, придется тогда глок пихать до конца. Ну и глок уже ломать, в принципе, можно, потому что он модернизированный, с него детали не сделаешь. Такс. Вот теперь уже, в принципе, разрушителем можно поиграться. Тут два токсичных зомби и один ТТ. Ох, нифига себе, вроде по голове бил, а ноги отрубил. Смотрите, как приземлилось. Оп. Оп. Вопс. 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 Так, тут нас будет ждать яростный гигант. Аптечки не хватает, да уж. Теперь. Яростного гиганта что мы потратим? Давайте эмочку. Такс, тут у нас толстяк ТТ.
Эй! Так, почти. Еще пару выстрелов. Теперь надо оружку поменять на глок. Опа. Так, как у меня аптечки нету, надо будет сейчас все с огнестрела добивать. Аптечки вообще никакой нету. То есть нечем восстанавливаться, да? Пройдем сейчас более безопасным путем. Надо будет некоторые ящики залутать в надежде получить хотя бы бинты, что ли. Такс. Зомбишка там, 5 выстрелов. Ну и хорошо, теперь надо что-нибудь придумать. Мне нужно то, чем можно установить жизни. Почти добили. Все. Идем убивать яростного гиганта. Блин. Так, а вот теперь может не хватить еще и пистолета. Такс. Чтобы не придумать против них. Как-то их замедлить, что ли? Не получается их замедлить. Так. Эх. Вон там мачете может, в принципе, быть. Сейчас, наверное, разрушитель, что ли, придется брать. Ну все, мы бункер зачистили. Осталось выйти с него и отправиться домой, смотреть, выполнили ли мы свое задание или нет. Такс. Ну все, в принципе, давайте воду в карман. Ладно. Заодно заберем с собой некоторые вещи. Такс. Блин, я талоны с собой не взял. Я талоны там оставил, да? У себя на базе. Ладно, бензинчик тогда потратим. Туда обратно смотаться. Заодно как раз чекнем, выполнили мы первое задание или нет. Такс. Там ничего вроде не оставлял. Теперь. Тут нечего, тут нечего. Бензобак я с собой брать не буду. Монтировочка пускай тут остается на следующее прохождение. Такс. Мачете выбросим. Алюминий возьмем. Я даже никакой ящик не могу открыть. Но это лутать надо будет ящики внутри бункера, чтобы в лобби открывать. Такс, отсюда. Давайте талоны сюда забросим. Сюда. Нет, не получится. Тут...
Друг мне как-то задал вопрос, почему нельзя водой заправлять бензобак чоппера. Нифига себе, у меня тут была куча мусора с ивента Хэллоуин. И я имею в виду там мозги, руки, там конечности можно было собирать, получается, и потом обменять. Я не успел обменять, и они превратились в мусор. И мусор был по стакам, по 50, короче. Получается так. А сейчас его просто-напросто нету. Окей. Отправляемся домой тогда. Там восстановим ХП немного. Возьмем талоны, отправимся. Посмотрим, задание выполнили или не выполнили. Так, один день, 23 часа. Ехать. Напишите в комментариях, слышно ли шум фоновый там. Не знаю от чего, но какой-то вроде шум есть от микрофона. Когда он включен. Такс. Орда зомби. Зомби могут разрушить ваш дом, ловушки и крепкие стены могут их остановить. А теперь смотрим, что они нам сломали. Такс, Вау! Кто-то приходил, скрывал ящики. Я тот ящик не посмотрел. Ох, видите, обломки появились вообще. Так. Ладно. Посмотрим сейчас, выполнили мы задание или нет. Так, выполнили. Осталось и 4. 3 сделки с торговцем и 25 сундуков. На опасных локациях. Подождите. Получается, 25 сундуков в бункере не считается. И, скорее всего, по одной причине, то что бункер это желтый. У него логотип желтый же. Сложность желтая показана. И именно поэтому нельзя. Имеется в виду, только красный надо будет чистить локации. Так, тут у нас C4 топоры. Так. Что у меня тут есть? Болты я сюда деваю. Резинки. Вот сюда. Банки. Места нету, да? Для банок. Да. Но так как из банок можно оружие сделать, я скину сюда. Потом пиво вот сюда. Краска. Красная сюда. Для синей нету места. И снова для синей места нету. Окей, значит, скидывать будем сюда. Так, для красной места кончилось. Хорошо. Бензинчика, наверное, тоже возьмем с собой. Скинем золотые часы сюда. Так, лампочки, куда я девал? Так, подшипники. Гвозди, алюминий. Так, для алюминия места есть? Нету. Так, где у меня замочки? Замочки. Вот, у меня сундук пустой есть. А я еще жалуюсь, места нету. Такс. Посмотрим потом радио. Они, походу, кроме рейдеров, ничего больше не добавляли туда. Хотя, может, как-нибудь на торговцу можно будет выходить. Это я точно не знаю. И точно сказать не могу. Нифига себе тут обломков. Жирная все-таки орда зомби попалась. Но надо будет еще заценить, насколько хрупкие будут эти стенки. Они писали то, что...
Простые деревянные стены издают мало шума. Так, значит, гвозди и алюминий сюда, алюминиевая проволока тоже. Так, батарейки. Так, подшипники у меня тут. Так, травишка. Ну ладно, зря брал. Так, ткань. Сюда. Вода сюда. Нет места. Значит, с едой. Закинем. Так, сначала воду уберем. Так, эту броню можно тоже выкидывать. Удалить. 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 И удалить. Так, краску надо скинуть сюда. То есть раз краску. Так, тут у нас... Ладно. Тут ничего. Лампочки. Блин, лампочки. Лампочки у меня тут. Хотя места для них нет, есть. Хорошо. Почти 5 стак лампочек есть. Так, ключи. Сюда? Нет. Сюда? Неа. Эх, ё-моё. Такс. Где у меня ключи, фона? Опа-на. Я что-то вспоминаю. Нет, тут спирт. А тут... Блин, я вспомнить не могу. Я что, их пропустил вообще? А, я тут и не лутал, да? Не смотрел. Так, вот как раз и ключики. Замочки. Так, нам понадобится... Шесть. То есть 20 зеленых, 25 желтых и 30 красных. Так, фонарики. Тут ткань, тут проволока, то есть провода. А где фонарики? Так, сигареты у меня с едой где-то. Были. Нет, сигарет. Такс. Морковку, наверное, с собой возьмем. Так, чуть-чуть набросаем. Так, фонарики тут-то были, я их не заметил. О, ровно 5. Зашибись. Такс. Будем такие голиком с разрушителем бегать. Похаваем. Похаваем. И начнем лутать наш заборчик. Давайте центр залутаем. Нет, центр. Вот так вот. Не удалось ничего собрать. А, там они же писали, типа, будут шансы немножко отыграть. И... Такс. Наверное, я чуть-чуть даже оставлю, посмотрю, можно будет на эти обломки стены ставить. Обязательно их убирать или нет. Просто с них, видите, не падает ничего. А, нет, одно выпало. Сейчас давайте заценим. Можно ставить или нельзя? Поверни ты. Смотрите, на обломки ставить нельзя. То есть, если вы захотите стенки поставить, надо будет их сначала очистить от обломков. Разработчики продумали. Так. Так, уже 2 бревна. Получается, я...
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, четырнадцать на два. Один к семи, короче. Шанс. А, нет. Смотрите, еще есть. Так. Так. Там 14, 15, 16. 16, 17. 17 получается мусора и 2 к 17 получается уже отношение. Звучит как 2К17. Такс. Берем бревна, сбросим оружие. Еду тоже уберем немного. Морковку. Оружие. Наш разрушитель мы сбросим в ящик с оружием. Ну и пойдем в бункер. Пытаться выполнять следующее задание. Это С4. Ну тут уже от везения зависит. Я хочу знать, что ты настроен серьезно. Найди хотя бы одну С4. У меня их уже больше 7, это точно я могу сказать. Такс. Талоны эти скинем пока. Они лишние для нас будут. Сюда я не скину, у меня тут молотки. У входа тоже нельзя. Там занято. Значит, надо будет в свое же место скинуть. Такс. Свое законное место. Не то начал скидывать. Так, 20 зеленых, 25 желтых, 30 красных. Неплохо. В принципе, так многовато скопилось. Так, бензинчик мы сюда. Ехать. Блин, мы пить захотели. Ладно. Нам-то всего лишь ящики открыть. Аж непривычно то, что старого ника нету. Ехать. Да уж, а так видео активно начал. Прям вообще. Мне аж самому понравилось. Ну, мне вообще нравится видео делать. На этот раз он труп не толкал своим колесом. Посоветуйте, в какой чоппер, то есть в какой раскрас чоппер покрасить. У меня вот был узор капитана, и вот сейчас ядерный стоит. Есть также Харви, синий обычный. Новогодний я сделать не могу, потому что нету белой краски. Так, плутать не будем, хотя пить хотим, не помешало бы. Так. Попили. Все. В туалет не захотели, зашибись. Ну что, будем открывать зеленые сначала. Называется терминал снабжения. И нам падает... Такс. Глок. Клюшка, один движок, бензин, одна аптечка, два бинта, одна деталь оружия. Так. Терминал наборов для выживания. Окей. Это за желтые. За 25 желтых. Е. М-ка, глок, шаска, толстяк, колесо грузовика, сет брони. Армейская. 4 бензина. 4 раза больше, чем в первом. За зеленые. 3 аптечки. 3 бинта. Одна деталь. Так. И вот последняя надежда на С4. Терминал боевой амуниции. И нам падает. С4 есть. Yes, yes. Нам падает один глок. Второй глок. Глок с длинным. С удлиненным магазином. МК с прицелом. Сет брони.
Движок один, 6 бензина, 5 бинтов, 4 аптечки, 2 детали оружия, все 4. Так что мы выполнили целых 2 задания. Это очень даже неплохо. За одно видео 2 задания. Осталось нам сделать 3 сделки с торговцем. Так, оружие можно припрятать. Три сделки с торговцем и этот 25 ящиков на опасных локациях. Так, оставим. Вот это возьмем. Все, отправляемся. Так, надо одну броню оставить. На прохождение. Так, хотим в туалет. Да в туалет ты хочешь, заколебал. Так, броню оставим, значит, другую возьмем. Что сможем. Так, это удалить. 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 Вот реально, напишите, не стоит включить видимость курсора на видео. Или не стоит. Чтобы вы могли видеть, что я мышкой делаю. Так, что мы возьмем? Давайте, блин, краску неохота брать. Давайте фильтры. Это красная, синяя не нужна. То не нужно. Маску? Нет, маска пригодится. В смысле? Куда она? Мы ее одели? А, нет, вот она. Сверху. Маска пригодится для зачистки газовой комнаты. Теперь тут желтая, зеленая. Слитки можно взять. Железные. Тут зеленая краска. Мяско. Ну и все. Отправляемся домой. Так, видео, наверное, длинноватое получится, это капец. Грузить долго будет, ну и ладно. Зато, надеюсь, будет интересно. Залить и ехать. Хотя кучу места можно освободить, но я не буду. Я лучше так. Не хочу сильно грузиться себе. Такс. Идем смотреть, выполнили мы задание или нет. Так, ехать, бежать. Набежать не хватает, значит ехать. Вот так вот. Ну все. Сейчас зайдем, посмотрим, засчитали нам задание или нет. Подведем итоги. Так, подходим к рейдерам, смотрим. В смысле? Я хочу знать, что ты настроен серьезно. Найди хотя бы одну C4. Ну я же нашел. Ну ладно, это небольшой фейл. Значит, надо будет по локациям искать. Блин. Я не хочу на тебя оружие тратить. Так что я, пожалуй, закончу. Пишите свои вопросы. Обязательно на них отвечу. Кстати, давайте вместе делать канал лучше. Пишите свои идеи, предложения и советы. Оставляйте свое мнение под видео. Задавайте вопросы по игре. Ну а с вами был я, Одер. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.